Кадош. Я просто хотела тебе сказать, что так приятно, что ты каждую неделю всю жизнь будешь мне цветы дарить. Это вообще-то так мило. Мне не о чем разговаривать с человеком, который не смотрел Sailor Moon. Все подписчики Бузовой, знайте, но она не смотрела Sailor Moon, она даже не знает, кто это вообще. Зато я знаю, кто я. Ты, твоя роковая ошибка. Не моя. А ваша? Миллионы сообщений в директ, где я взяла такие прекрасные волосы. Я не жадная, делюсь с вами контактом. Давайте это лето будет ярким. Это клево. Разные образы можно придумать хоть каждый день. Так что, девчулечки, вам на заметочку. Такой вот важный контактик. Можете себе тоже что-нибудь заказать, потому что это клево. Ну что, приехала в офис. Эта ночь будет жаркая. У нас сегодня первый корпоратив. О, корпоратив, это типа праздник? Нет, у нас нет. Как это, совещание? Как? А, корпоратив. Между собой. Нет, как это? Ну, помогать, помогать. Корпоративная встреча. Собрание. Собрание, вот. Собрание. Бинго. Арамчик. Молодец. Ты угадал собрание, слово, акционер, о котором я подумала. У нас сегодня первое собрание. Нужно решать много вопросов. Второе. Премьера трека состоится уже через 2 часа 12 минут. И поскольку будет не только трек, но будет и клип. Поэтому мы все решили сейчас собраться. Все максимально подготовить, чтобы просто с 12 часов ночи вы получали максимальное удовольствие от всего, что я буду выставлять. Песня. Знаете, я всегда говорила о том, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Для меня каждая премьера песни, клипа — это просто невероятное событие. Поэтому я искренне верю, что это работает. Как ты относишься к своему делу, как ты относишься к профессии, как ты относишься ко всему. Для меня сегодня будет праздник, самый настоящий выход новой песни. Это для меня просто мега событие. И я очень надеюсь, конечно же, безусловно, на вашу поддержку. Мне просто уже не терпится, чтобы вы услышали то, что у меня просто играет в моей голове несколько месяцев. С Богом, ждем премьеру в 12 часов ночи, а это через 2 часа и 9 минут.